хотел, чтобы это была премьер-лига. 27-й Владислав Османовский восстанавливается от травмы. Туров достаточно много. По этой теме так, Дранов, главный тренер Спартака. Но, соответственно, и играет дома на максимуме, чего не активно имеется в виду фанатская. А, трибуна, но Литфулин бьет по удар по удачу туда делал на правый фланг. Сутонов опять забегает, тут же Бодоляк. В ритме, темпе, как хотите, так назовите, проходит игра, очередной заброс. Положение вне игры нет, прокидывает и... О-хо-хо! Будет, кто говорили по этой ситуации, да, то ли будет стадион, то ли не будет. Небольшое совещание, Паршевлю пробегает. А, и да, уже катят. Домашняя заготовочка, и тащит Яшин Паршевлюк, да, носил. Уже четвертый момент, вот 12 минут, четвертый момент, вот пятый. Не добежал за игроком. Да, один человек обновился буквально на 10%. Опять розыгрыш, достаточно легкий розыгрыш. Так, завис под Вратарской. Сутонов вырезает Низамутдинова. Не было вне игры, Ильдар прорывается и пытается обыграть одного. Бьет ближнюю. Зрителям на западной трибуне, ну, возможно, нашим телезрителям. В начале матча у Спартака более нацеленные последние были передачи. А тем временем Ильдар опять в штрафную входит и бьет дальний угол. Но как он внутри? Да, Ильдар. Штрафную тут левой ногой протыкнули. Второй матч допускает на оплошности. И таки вода такого длинненького на Султонова у нас не было. Да, Захова я сегодня встретила перед матчем. Сиротов, ну так можно сказать, гражданки, а пока врывается у нас ворота. И гол, ребята, забиваем первый раз. Мухаммад Султонов, номер 22. Ребята ворвались быстро в контратаку. Комбинация, пас на... Мухаммад забивает этот мяч. Нет, Лау, нет, Лау, молодец. Ну что, второй за матч, передачу, и голевая, да. За передачу можно какой-нибудь сальто сделать. Как раз, да, как раз, Александр Михайлович, мы говорили, выговаривал сейчас Лауку за неточную передачу. Вот и исправился наш молодой нападающий. Ну а тут мастерства Мухаммада Султонова хватило, чтобы забить мяч. Ну вот и в тайме просили уйти на перерыв. И в лидерстве. Ну вот не пускайте в центр. Гулиев здесь все крутит. Молодец, Гацуку прессингует хорошо. Но вот молодец, вынудил резать угол. Ну тут подбегает, да, Султонов. Отличная помогает. Передача со спины, но вот это нарушение желтого. Все, это уже по совокупности. Отличная передача, пятка на Лаука, подсечечка через ноги. Бывший капитан Спартака первого Паршевлюк ошибается передачи. Лаук ребят, накрыл, вторая это карточка, это 22-й номер, это Щербаков. Он так грамотно закрывает его, что очень тяжело подобраться, и он уже руками, и за майку, и ногой. А вот тем самым опять Ильдар подставляет корпус на фланге, пытается прорваться, но перекрывает ему эту зону, которую до этого. И перевод на Лау, туда дальний угол! Внимание мы игрока, в прошлом гол, в матче в этом уже гол плюс пас. Что ж, неплохо, неплохо. Отлично, да, убрал под себя, между прочим, Паршевлюк, да. А Ильдар обыграл и подал сквозь граната. Пока Шинник переигрывает на открывание Лаука. Да, вот он кубит. Вот в половине Шинника. И Бакаев в центр таким на Давыдова. И... Что же нет, даже... Нет, все видел, все да. Видел. Что доказывать, поэтому рвется. Парень нас на поле, удар поворотом. Да, ладно. Но пока... А вот мы понаделись и перехватили. Отлично, мяч Основновский. Ну, хоккейный прием. Еще таких правил. И вторая желтая карточка. Да, совершенно верно это. Вот интересно. Янов отдал на Слановского. Слановский по флангу. Надо быстрее действовать. Второй подходит. И... Ну, и... А тут тварь. Не дай вот эта группа, которая да. Открывается. Перетон, так можно сказать. Потому что да, сейчас да. Достаточно важный момент. А пока Шинник уходит 2-2. В атаку пас и замыкает. Да! Третий номер. Самудинов, браво! Ну и Ильдар нас порадовал кульбитом. Молодец! Начал со своей штрафной площади. А вот мы поймали. Вот гранат бежит, не добегает. Вот 40-й вышедший на замену не добивает. Отлично начали защитника. И болельщики Спартака уже не верят в свою команду Спартака. Закидывает на
под себя, увидит адрес. Отличный центр. Ну, решает. Закрутился и нашел опять-то. Рено на фланг. Витасов что, прокидывает, бьет. И четвертый, ребята, на праздник сегодня. Это разгром. Да. Ну что? Вязутся. Победа, Сереж, победа. Победа. Витасов Артем, вышедший на замену в сегодняшней встрече, забивает в этой встрече. Ну что ж, ожив футбол в Ярославле, доказали мы сегодня всем. Приходите на стадион Шинника, болейте за нашу команду. Но Спартак сегодня солидно тревогу получил в Ярославле. 4 мяча, ребята, ну это дорого. Шинник. Да, пару летних выходных. Сегодня есть на что посмотреть и вручить финальный свисток. Мы всех поздравляем с великолепной игрой.